почему-то мое предыдущее видео остановилось. Наверное, случайно нажала из-за того, что оно не фокусируется просто. Наверное, это я так сделала. Но опять-таки, это все из-за вот этого вот света. Мигающего, мерцающего и такого вот непостоянного. Из-за него я толком не вижу, что я снимаю. И я пальцем, наверное, задела кнопку стоп. Вот такое живописное место тоже. Я даже делала фотографию вот этого дома. Да. Тут везде так интересненько, да, вот туда лесенка вниз. Сейчас уже вечер, это понятно. Ну, часов 7, наверное, есть. Кто у нас тут? Мяу. Да ладно, не бойся. О, там еще один, смотри. Котики. Он со мной поздоровался. Он с ним говорит. Очень интеллектуальная беседа. Кс-кс-кс-кс. Ладно. Не будем мешать котикам. У них разборки. Это как, знаешь, 90-е. В постсоветском пространстве было такое понятие разборки. Это когда как бы это сказать, мафиозные кланы выясняли отношения, кто прав, кто виноват. Ну да ладно. Такая узкая дорога, что автомобиля человеку здесь просто даже не разойтись, я не знаю, он просто так едет. Вот тоже спуск к воде. Тут почти у каждого дома есть спуск к воде, потому что это необходимо. Ну, по крайней мере, раньше это было необходимо. Ну, в общем-то, я уже дошла до конца практически. То есть это очень короткая улица на самом деле. Ну, я могу пройти еще в одно место, которое я хотела давно посмотреть. Я не знаю, получится или нет. Еще одна маленькая такая тихая улочка, лесная, я бы сказала. Можно попробовать. Потому что я уже дошла до отеля Тосно. Сейчас я еще налево схожу там. Скажу тебе, что там. Ну вот, как видишь, это вот большой мост, через который я все время хожу. Ну, вот там ресторан, в общем, ничего особенного. Говорю, это там кухня ресторана. Вот. Тут тоже живописное место. Такие участки. Наверное, если я пойду
на улицу железнодорожную, вокзальную. Я называю железнодорожной ее. То у меня будет третье видео. Вот очень какое-то старое здание. И оно так выглядит страшно. Граффити. Здесь есть, да, такие старые здания. Ну вот я выхожу на край улицы Коллективной. И сейчас пройдусь еще по одной маленькой улочке, наверное. Ну или по двумя. Такое странное место. Странно выглядит. Не знаю я, что это такое. Человек вылез. Не знаю, видел он меня или нет. Да. В общем, ну, пока что я снимаю те видео, еще места, которые я тебе еще не показывала. По-моему, я никогда не снимаю одно и то же. Не знаю. Хотя все это достаточно скучно выглядит. И, кстати... А, ну да, вот я и пришла. Практически. Ну да, я пришла, видишь, под самый мост. Но я могу еще такой сделать небольшой крючок. Тоже так живописно выглядит такой старый велосипед, старый домик и такая атмосфера, я бы сказала, лесная здесь. Сейчас стало уже не так безумно жарко, чуть-чуть получше. Это вот там вот, я бы сказала, тот самый путь, по которому я сейчас пойду. Вот. Я сейчас пойду вот туда вот, где-то пройду, не знаю, может быть, метров 300, не больше. Посмотрю, что там.